конца, и мне это хватило длина. Теперь будем делать пяточку. На пяточку я обычно делаю так, беру с этой спицы, добавляю обычно, кто как привык. 2, 3, 4, 5, 6, 7, так, 8, 9, да, я же добавила, ну-ка, правильно, нет, 1, 2, 3, 4, да, так, это убираем. Так, 8 с этой. Восемь. И с этой спицы я еще одну беру. 18 петелек получилось. Вяжем в высоту. Так, это можно так убрать, чтобы они не, господи, не мешались. Вяжем примерно, сейчас неудобно, зацепила эту спицу, двигаться не дает. Высоту вяжем рядов 12-14, сейчас посмотрим, сколько получится. Ну, каждый, конечно, на свой размер вяжет, на свое усмотрение. Молодые вот начинающие вязальщицы, кто мало вязал, может и не помнить, может когда-то вязал и забыл. У нас такое было, я дочери показывала, она потом звонила и говорит, не помню, как пятку вязать. Первую я всегда снимаю, последнюю всегда почему-то, как привыкла, изнаночная вяжу. Так, спица опять хочет убежать. Мы ее догоним. Хотя этого не получается, когда мы вяжем на спицах с тросиком. Вообще, сейчас до того приловчилась на спицах с тросиком. Сейчас эти спицы мне мешают. Раньше сколько перевязано было на 5 спицах. А сейчас варежки детские, носочки, все-все. Но на этих я решила вязать, чтобы узор показать, он ажур этот. Ну ладно, не будем вас задерживать, до высоты пятки сейчас провяжу и вернемся, покажу, как разделить, может кто не знает, скорее всего, все знают, но не все же вязальщики великие, может кто захочет в первый раз связать.